Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Лолошка, и добро пожаловать во всеми любимую игру в выживание, игру, которую каждый может изменить под себя, игру с новым сюжетом. Добро пожаловать в игру Бога, нас ждет полностью эксклюзивное прохождение, ведь впервые в историю в сборку добавлены эксклюзивные моды, и конечно же сюжет. Это первая серия, прямо сейчас, чтобы точно знать, что ты смотришь сезон с первого выпуска, обязательно подпишись и поставь лайк, ведь всегда приятно вернуться через несколько месяцев и осознать, что ты присутствовал в самом начале. А мы поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Игра Бога». Впервые за всю историю сезонов представляю вам сборку на версии 1.16.5. Установлено более 180 модов, перевод на русский язык, а самое главное, впервые в сборке добавлено сразу 47 модов, которых никогда не было на канале. Ну и конечно же, наверняка многие в курсе, в этот сезон интегрирован сюжет. Изменения мира, новые знакомства, приключения, диалоги будут ждать нас, скорее всего, с этой первой серии. Итак, начало. Думаю, у любого Майнкрафтера не возникает вопроса в самом начале: «А что же делать?» Конечно же, добывать дерево. В самом начале, куда бы мы ни пошли, любой путь будет верным. И, кстати, там какое-то строение. Окей, открываем инвентарь, и что мы видим? Новые кнопки. Допустим, нажмем сюда. Атрибуты. Нулевой уровень. Броня 0. Удача 0. Скорость бега 2. Здоровье 19,9. Все это можно прокачивать. Допустим, я хочу себе скорость копания. Находим, что прокачивает. Ловкость, интеллект, горное дело. Плюс 5% скорости копания. Плюс 2 прочности. Плюс 10 к опыту от руды. Увы, ничего из этого прокачать я не могу, потому что у меня нулевой уровень. Этот атрибут возрастает каждый раз, когда вы получаете опыт, но чем выше ваш уровень, тем больше опыта требуется, чтобы перейти на следующий. Окей, в любом случае меня это не сильно волнует, создаем доски и создаем верстак. Ох, начинающий Майнкрафт, поехали. Стоп, а это что за хлеб? Питание. Неплохо и нехорошо. Овощи, углеводы, сахар, белки, фрукты. Допустим, если я буду питаться только сахаром, то я стану прожорливым. И как это на мне отразится? А если я не буду кушать фрукты, то у меня начнется истощение. Пипец. Хорошо, что мне всего лишь деревянная кирка нужна, забираем. Подожди, что это? Для использования требуется горное дело 1, везение 1, интеллект 2. Стоп, погоди-ка. Сила 1, интеллект 2, везение 1. Погоди, ну где я такое достану? То есть я не могу пользоваться даже деревянной киркой? Пожалуйста. Что? Да. Это что-то новое. Я прошу прощения, а как тогда играть в Майнкрафт? Чё мне делать-то? Окей, я хотя бы землю могу добывать. Так, надо сразу понять, как мы будем добывать опыт. Это по-любому не руда, потому что она тупо не копается. Это мобы, а мобов я даже не встретил. Ути, господи, здравствуйте, енотик. 4,5 хп. Прости, енотик, мне придется проэкспериментировать. Пожалуйста, прости. О, он просто оглушился. То есть я могу его добить в этот момент, что? Вау, мобы до конца не умирают до тех пор, пока я их не добью. Это что-то типа фаталити. Хвост енота. Из него можно сделать шапку из енота, а также книгу о животных. О, замечательно, после енота 33%. Погоди, если я убью еще кого-то... Здорово, овца. Если я тебя убью, ты ляжешь? Нет, она просто умрет. Зато мне дали еще 33%. Я, наверное, киркой сейчас пользоваться не буду. Ой, уже и ночь наступила. Оу, первый уровень. Итак, для кирки нам понадобится интеллект 2, везение и горное дело. Сейчас горное дело прокачивать не буду, потому что киркой все равно не пользуюсь. А вот везение и интеллект это что? Везение, плюс 1 к удаче. Плюс 2% крит шансу в ближнем и дальнем бою. Плюс 2% к уклонению. И плюс 1% к прочности. Прокачиваем. И мне правда удача прибавилась. Плюс 1 и прочность плюс 1. Инструменты будут тратить меньше прочности. Спасибо. Впереди я вижу какой-то свет, который оказывается не от лавы. Погоди, это что? Какой-то светлячок, который не двигается, его нельзя ударить, но при этом он реально издает свет. Ладно, все хуже, чем я думал. Кровати у меня нет, ночь, так еще и дождь пошел. Уроки выживания от Лолошки. Выживаем в землянке. Ох, это был первый и последний урок. Надеюсь, вы все усвоили. Эх, красивый лес, это правда. Особенно то, как он горит. Но было бы круто, если бы в этом красивом лесу была найдена овца. Я не хочу больше сидеть в землянке. Это что такое? Золотая жила? Чего? Погоди, реально золотая жила? А, блин, ее, наверное, нельзя было так добывать. Но подожди, я, получается, так и железо могу добыть? Интересно, чем? Киркой? Лопатой? Топором? О, здравствуйте, ходячая прокачка. Иди ко мне, блин, я уже бегать не могу. До свидания. Новая шапка, сумеречная белка. Обязательно кушаем. Вау, а вы кто такие? Это что, вороны? Стоп,
Стоп, ворона, аккуратно, не улетай, не улетай, не улетай! Да! Новое достижение. Они бесполезные кусочки. Странное название ачивки. Так, а что там с опытом? Опа, я могу еще прокачать. Так это реально быстро оказывается. Во, везение уже сделано, остается горное дело и интеллект 2. Интеллект прокачиваем по-любому. Теперь у меня добавляется вампиризм, процент нанесенного урона в ближнем бою, который будет восстановлен. Вороны, я знаю то, что вы где-то здесь, я точно вас видел. Вот она, иди сюда. 57%. А вот и третья овца, 85%. Третий уровень, новый поинт, интеллект 2. Деревянная кирочка, скоро ты будешь моей. Остается только горное дело. О, кто бы мог подумать, что мне так нужны будут спруты. Ха-ха, здорово. Ребят, вы реально мне нужны, пожалуйста, умрите. За вас, надеюсь, дается много опыта? Проверка, 16%. Видимо, в основном прокачка зависит от количества убитых мобов. Что это было? Стоп! Это щука, которая дерется! Охренеть! Я первый раз вижу, чтобы рыба дралась! Щука ест мясо! Не ешь другую рыбу! Одумайся! Подумайте о братьях своих ближних! Поздравляю, наше ходячее спасение найдено! Надеюсь, вы не накинетесь на меня все сразу, да? Э? А, только один, да, это шикарно! Давайте драться! У меня будет 4-й поинт! Стоп! А чё вы такие сильные? Ема, у меня всего 2 хп осталось. Я, конечно, много ожидал от этой сборки, но точно не еноты, которые меня чуть в грязь не закопали. 4-й уровень. Горное дело. Та-дам! Деревянная кирка. Это что, получается, я теперь могу и пользоваться? Кстати, я как раз поднимаюсь на ту гору, где, по идее, есть какое-то здание. Или... Нет, стоп, там еще какое-то здание. Да ладно, сразу 2 генерации. Я точно помню то, что на той горе тоже что-то было. В любом случае, что мы делаем? Проверяем деревянную кирку. Да, наконец-то. Наконец-то я могу добывать камень. Не, ну реально, кто бы мог подумать. Тихо, я слышал. Я слышал жителя. Эй, а где у тебя вход-то? А, все, нашел. Здравствуйте, боже мой. Ты добрый? Blue Skies, голубые небеса, привратник. У него мы можем приобрести голубой журнал и зажигалку усердия. И то, и другое слишком дорого. Хотя у меня есть кожа, если я добуду тростник, то у меня появится книга. Книгу я поменяю на голубой журнал и все. Журнал приключений привратника. Ты уж меня прости, но реально дорого. Если я найду, то вернусь. Что у тебя здесь? Пусто. По-любому забираем булыжник и наконец-то я могу пожарить себе немного еды. О, так у тебя кровать есть. Слушай, подвиньте, пожалуйста. Ой, спасибо, добрый молодец, до свидания. Больше ничего в доме у меня не было, надо приходить с ним с книжкой. Опять же, если я найду тростник, то по-любому вернусь. Теперь мне нужно забраться на эту гору, но без еды это точно не получится. Верстак, бам, создаем печку, ставим. What the fuck? Я прошу прощения, какого черта здесь произошло? Незерак? А печка стала магмой? Чего? Так, стоп, главное не убиться. Я могу это добыть? А, бляха, бляха, я дернулся, я аж дернулся. Бляха. Что? Чё, мать твою, происходит? Я же просто хочу повыживать в Майнкрафте. А, как хорошо, что это не так далеко. Стоп, а вот это очень интересно. Следуй по этой дороге. 300 блоков налево, 500 блоков налево. То есть, если я пойду в ту сторону 500 блоков, то я что-то найду. А если я пойду 300 блоков в ту сторону, то тоже что-то найду. Так, окей, 300 блоков, это сколько надо пройти-то? Какие координаты у нас меняются? X. Мы видим то, что меняется X. Минус 205, минус 202. Нам надо, чтобы минус 200 превратилось в плюс 100. Я все это запомню, но верните мне мои вещи. Не говорите, что они уничтожились. Я так долго эту деревянную кирку пытался сделать. Нет! 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 За что? О, как хорошо, что у меня хотя бы уровень не сбрасывается. И на том спасибо. Здравствуй, милое одинокое дерево. Пойдем со мной. Но теперь мега важный вопрос. Чё, блин, произошло? Я делаю доски. Я делаю палки. Я делаю кирку. В темноте добываю камень. И до меня резко дошло то, что... Незерака-то нету! Я реально... Я даже не заметила этого! Все вернулось на круги своя! То есть я сломал магму, а Незерак-то... Он был здесь! Я же не тупой, да? Я не слепой, у меня не галюны! Так, попробуем еще раз печка. Ставим в то же место. Это обычная печка. Это самая обычная печка. Ладно, признаю, возможно, у меня и правда глюки. Что это было сейчас? Что это за звуки были? Господи, ну вы точно слышали. Ладно, вроде бы ничего такого не появилось. Нет, только не дождь, еще и ночь. А у меня больше шерсти нет с кроватью. А, приютите меня снова, привратник. Я знаю, вы не обижаетесь на меня за то, что я своровал у вас все, что только можно. Может быть, у вас есть какая-нибудь еще кровать? Блин. А здесь? О, а вот, кстати, может быть, даже это мне и подойдет.
Разложиться на сеновале не получится, а вот еду сделать еще как получится. Сколько хлеба? Дофига хлеба. Обычная еда, пищевая ценность, углеводы. 11 поинтов. Если посмотреть на наше питание, то у нас повысились белки. Это из-за того, что я ел много мяса. Все остальное 38, 38, 38, фрукты 45. Чтобы я что-то ел из фруктов, если честно, не припомню. Съедаем хлеб, проверяем углеводы. Да, 48 поинтов. Цели 100, предел 120. У белков то же самое, 100, 120. А вот у сахара от 120 до 0. А, кстати, овощи. Минимальная цель 100, максимальная бесконечная. Вот она, что мне нужно кушать. Короче, кушайте, люди, овощи. И будете здоровы. Так и быть, надо переждать еще одну гром и А, все, нормально. Предлагаю следующее. Прямо от этой таблички пойти на 300 блоков влево. Следовательно, это вон туда. Я надеюсь, то, что что-нибудь найдем. Но перед этим надо сделать каменные инструменты. Что? Стоп, стоп, стоп. Тут оказывается булыга. Неужели данж какой-то скрывается? А, нет, это просто булыга. Ладно, все равно добудем. Создаем каменную кирку. Для использования требуется горное дело 3, везение 3 и интеллект 4. Лоу-ложка получил достижение. Обновка. Сделайте кирку попрочнее. Надеюсь, пока я буду идти эти 300 блоков, найду каких-нибудь мобов и поубиваю. Кстати, фонарь заберу с собой. И в руку. А, блин, он не освещает? Я-то думал, то, что он освещает. Ах, наш путь начинается прямо сейчас. То самое строение. Что это? Линза, стекла, верстак, наковальня! Офигеть, заберу с собой. Вырезатель линз. Я не понимаю, как это работает. Тоже заберем. И все, здесь больше ничего нет. А, так я меч могу, оказывается, использовать. Помогите! Ладно, я не знал, что ты такой сильный. До свидания. Боже, 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 боже. А, у меня углеводы уже подбираются к цели. А потом-то будет выше нормы. О, господи, бляха, это что такое? Фея зимы. Здравствуйте. А с вами поболтать-то можно? Нет, поболтать нельзя. Необработанный водный осколок. Это откуда у меня такое? Чего тебе надо? Чего ты ко мне подлетаешь? Я не могу с тобой поболтать. Я правда хочу, но нет, не получается. О, господи, это что за звуки были? Чего это выпало? Новое достижение. Пыльца к пыльце. Все состоит из пыльцы. И в пыльцу обратиться вновь. Пыльца, фей, думайте о хорошем. И зачем же ты нужна? О, лексикон Фейвилда. Или Фейвилда. О, енотик. Здрасте. Тихо, тихо, тихо. Еще енотик. Еще один меч. Наверное, сразу сделаю каменный и проверю, как... Да ладно, он используется так же, как и деревянный. Так что я туплю тогда? Просто делаем каменный меч. Привет, ребешка. Это что такое? У щуки удочка? А ну-ка отдай сюда. На какие зачарования-то хоть? Везучий рыбак 2, приманка 2, починка. Вот то, что здесь есть починка, это реально круто. Ха, первая серия, а у нас уже ультра удочка. Кстати, что там по навыкам? Уровень 5. Опа, у меня есть один поинт. По-любому прокачиваем везение. Оно все равно понадобится, чтобы использовать каменную кирку. Везение 3, горное дело 3, интеллект 4. А также интересно, за ловлю рыбы дается опыт? Пожалуйста. Давай на крючке. Было 85, стало 85. Блин. Посидев у этого берега еще немного, наконец-то светает. Стоп, что? О, фея! Еще одна фея! Ха-ха! Ладно, мы ее трогать не будем, так и быть. Пока что я не знаю, как с ней взаимодействовать, по-любому надо сделать книгу. А пыльца у меня все равно уже есть. Тростничок, да, будем. Кто это здесь умирает? Тихо, тихо, кто это тут умирает? Тихо! Я не понимаю, кто умирает. Какая огромная шахта, ничего себе! Стоп! Ой! Вот это я зря, вот это я зря, вот это я зря, вот это я зря. Стоп, я опять кое-что заметил. У меня максимальное количество хп убавилось. А почему у меня максимальное количество хп убавилось? Неужели это из-за еды? Цель по углеводам я накопил. Но у меня же от этого не должно было убавиться хп, да? Это супер странно. Это что такое? Блок самоцвета фей. Увы, если я добываю хоть что-то деревянной киркой, мне это не падает. То же самое и железной. Киркой, мать твою! В смысле, железной... Рудой, не киркой, я сказал. Что происходит? Вы это видите? Стоп! Какого черта? Это же алмазный блок! А! Ха! Какого черта? Ха, ты пришел, как и было предначертано Люциусом. Что, мазафака происходит? Я всего лишь хочу каменную кирку. Боже мой, сюжет начался. Все, я понял, что было с печкой. То есть это все сюжетная составляющая, она уже сходу начинает меня терроризировать. Блин, там был алмазный гребаный блок, но я все равно его бы не добыл. Но мне кажется, что я сейчас немного перегнул палку, потому что... Я добыл железо, понимаете? То есть, скорее всего, сценаристы думали, то, что я добуду железо чуть позже с каменной киркой. А у меня-то вон чё, не прокачано вообще ничего.
Сорян, ребята, если так нельзя было делать. Ты пришел, как и было предначертано Люциусом. Во-первых, что это за красная рожа была? Во-вторых, кто такой Люциус? В-третьих, где я? Где тут алмазный блок? Я хочу вернуться обратно в тот туннель. Ой, стоп, чего, щука? Ты что это держишь? Щука, иди сюда. А ну-ка. У нее было ничего, то есть не выпало больше. Надо по-любому прокачаться. Опять везение до третьего уровня. И таким образом мы почти дошли до каменной кирки. Остается интеллект 4 и горное дело 3. Тихо. Тихо. Вы слышите? Ребят, если что, это не наложенный звук в монтаже, клянусь. Чё это, блин, такое? Вот где-то с этой стороны музыка идет. Подожди. Прям там появился тот самый красный череп или как его там? Подожди. Если я отхожу, то музыка утихает. Если я снова подхожу, музыка появляется. Стоп, это реально прям там находится. Ну-ка, я вот здесь спустился. Там тот самый туннель. Здравствуйте. И вот где-то здесь музыка играет. Так, погоди, а что в итоге в этом туннеле? Блин, алмазного блока реально нет. Каменной киркой пользоваться я не могу. Хорошо, хотя бы деревянный добудем немного угля и осветим территорию. Надо понять, откуда идет источник музыки. Он прям рядом. А, черт, кирка поломалась. Нет, стой, музыка... Стоп, новая началась. А, я походу понял, ребят. Забейте, походу эта музыка это просто Майнкрафт, не более. По всей видимости, музыка просто привязана к биому. Если я отхожу подальше, то она перестает играть. Хотя в то же время я не прав, потому что музыка у меня выключена. Угу, очень интересно. Кстати, это та же самая мелодия. Видимо, она зациклена и... Неужели там реально что-то есть? Короче, мне в любом случае нужно идти туда, где 300 блоков показывало. Магическое семя Крокуса. Вау, это можно даже добыть. То есть тебя можно вырастить или что? Попробуем. Да ну нафиг! И в итоге у меня две такие штуки. Если я заново добываю, то падает две, что ли? А, не, видимо, она просто выросла. Хорошо, одну штуку я все равно возьму. О, медведи, привет. Простите, мишки, простите, мне придется с вами немножко подраться. Отлично. Мишка, ты тоже прости. Наше питание одним хлебом зашло слишком далеко. Углеводы на максимум. Надо переходить на белки. А белки у нас это рыба. Если я сейчас найду хотя бы один костер, то будет круто. Ух, ема! Вау, какое огромное дерево, чего его раньше-то не видел? Стоп, я сюда даже зайти могу. Привет, алтарь фей. Прошу прощения, мне сюда вообще можно? Просто тут как будто какой-то трон, и как будто здесь должна быть королева фей. Хорошо, я могу это добыть. Стоп. Новое достижение. Фея, я выбираю тебя. Получите алтарь фей, чтобы призвать фею. А если я его просто заюзаю? Нет, я могу его перенести, я могу его поломать, но чтобы заюзать, пока что не могу. А, нужны специальные предметы, я понял. Даю вам пыльцу фей, забирайте. И также даю магическое семя Крокуса. Крутись, крутись, крутись. Наверняка ничего не получится. И мне по-любому надо сделать лексикон. А это что такое? Левита. Заставляет персонажа медленно подниматься вверх. Требуется пыльца фей и яйцо призыва шалкера. То есть можно выбивать яйца. Запомнили? Это нам пока что, наверное, не надо. Забираем. И про поинты вспоминаем. Прямо сейчас прокачиваем горное дело до третьего уровня. А, блин, как назло, из этого дерева не могу сделать доски, чтобы сделать кирку. Придется валить отсюда. Я правда не понимаю, почему у меня максимальное количество хп убывает. Нет! Самый лучший день! А, 750 блоков, боже! О, овцы, идите сюда. Не хочешь? Не хочешь мяса, да? Не хочешь? Ням-ням-ням-ням-ням. На ручки хочешь? Ну, пойдем со мной. Да, здравствует место смерти. Енот, вали отсюда. Я правда надеюсь, то, что ты не замерзнешь. У тебя глаза горят. Это по ночам так? Короче, у меня шикарные новости. Прямо сейчас у меня появилось 3 шерсти. И надо выбраться из этого леса и поспать. Бревно темного дерева. Переделываем. Верстак. Еще бревно. Переделываем. Эх, а ведь еще в самом начале у меня было 3 шерсти. Меня вот этот крипер немного смущает, но тем не менее, я надеюсь, то, что мы успеем поспать. Новое достижение. Спи, моя радость. Что происходит? What the fuck? Чё, бляха? А где мои ве... Я типа просто... вот. Я хочу говорить. Ты посмотри, какой ад! А почему я здесь появился? Потому что я поспал? Стоп, это сон! Это сон, потому что у меня нет вещей. Я понял, это сон! Ребята, это по-любому сон. Сейчас что-то должно произойти. Наверное, мне нужно просто пройти определенное количество блоков, что-то произойдет, да? Тихо. Тихо, что это за звук? Нарастающий звук, слышите?
Нет, 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 это просто, видимо, где-то из биома какого-то идет. А, тихо, тихо, главное не умереть, главное. А, бляха, нет! Ай-яй-яй, какая тупая, неудобная текстура. Что это вообще такое? Это гриб какой-то? Саженец грибной ели. О, так это получается, можно что-нибудь сделать из этого, да? Ствол грибной ели. Да, доски. Выживание в аду, поехали. Я в шоке, что происходит, тихо. Зомбифицированный пиглин, ты же не будешь меня бить, да? Да, все нормально. Пока что меня, в принципе, ничего не пытается убить. Это что такое? А какие-то то ли медузы, то ли что? Летают себе спокойненько, в лаву проникают. А я также спокойно делаю себе верстак. Причем верстак из грибной ели. Вы кто такие? Светлячок. Ой, светокаменная пыль. Прикольно, спасибо. Ух ты! Бес, здрасте! Вы огромный или маленький? Я что-то так и не понимаю. Вы маленький. И он, кстати, вроде как... А-а-а! Он добрый, бляха! Я, он меня просто не бил! И где же я сейчас появлюсь? Что за... И мои вещи вернулись. Охренеть, это реально был сон. Крипер все еще тот самый стоит. Пипец, это очень круто. Я реально в шоке с того, что сейчас начало происходить. Какая-то тематика ада. Что мы имеем в данный момент? Есть какой-то Люциус. Есть какой-то чувак с красными глазами, который предупредил о том, что Люциус предсказал мое появление. И также сон. Возможно, мне сейчас нужно снова поспать, чтобы там очутиться. Но сделаем мы это уже в следующей серии. Главное, что вещи остались. Каменную кирку мы также используем в следующем выпуске. Я реально надеюсь, что вам нравится начало этого сезона. Я надеюсь, что вас хоть как-то это завлекло. И я очень надеюсь, что вы подпишетесь. На 3000% я уверен, эта история еще заставит о себе вспомнить. Поэтому, правда, подписывайтесь и ставьте лайки. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу Ложка и Алтарь Фей. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.